Здравствуйте! Выходные приближаются. Самое время подумать, как их провести. Меня зовут Ольга Волкова. И прямо сейчас я расскажу вам, что интересного будет происходить в Самаре. Непреодолимая сила судьбы в драме «Отца и дочери». История маленького человека Самсона Вырина покоряет интеллигентностью режиссуры, внутренним балансом грустного и смешного. Все это о спектакле «Станционный смотритель» в постановке театра «Камерная сцена». Приходите посмотреть. 23 апреля в 18:00. Старинной родовой усадьбе грозит разорение, а ее обитателям – крах всей жизни. Легендарный чеховский вишневый сад на сцене театра «Самарская площадь». Спектакль в постановке Евгения Дробышева держит зрителя в напряжении до самого финала. 23 апреля, 18:00. Приходите, будет интересно. Самых юных ценителей искусства Самарский театр «Кукол Лукоморья» приглашает на спектакль «Городок в табакерке». Необыкновенная история о музыкальной шкатулке и ее обитателях, хрупком колокольчике, грубом молоточке, вредном чертике и высокомерной пружине. Начало в 11:13. Для любителей тихих познавательных вечеров в Самарской публичной библиотеке пройдет лекция с интригующим названием «Схватки с модой я проиграла». Об одежде и костюме в эпоху глобализации, диктате знака и притяжении красоты расскажет доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета Зоя Кобозева. Встречаемся 22 апреля в 18:30. В эту субботу музей «Детская картинная галерея» приглашает на мастер-класс по созданию пасхального украшения. Вас научат вышивать украшения с анютиными глазками, нарциссом или весенниками. Начало в 11:30 и 14:30. Место встречи – особняк Клотта. Для самых настоящих киноманов в музее Ильдара Рязанова пройдет встреча «Комедии не для смеха. Уроки Хэла Эшби». На фоне Скорсезе, Коппола, Олтмана и других легендарных фигур имя Хэла Эшби почти неизвестно современному зрителю, тогда как в 70-е годы он был одним из главных представителей нового Голливуда. Мастер комедии. Однако что скрыто за фасадом улыбкой его фильмов? Ответы 23 апреля в 17:30. Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. О других интересных событиях из жизни города узнаете в следующую пятницу. Хороших вам выходных!